Вот так сегодня выглядят городские дороги. Полотно покрыто слоем снега, и машины скользят по нему неуклюже, сталкиваясь друг с другом или вовсе сползая в кюветы. Скользят и сами водители, пытаясь хоть как-то помочь своим железным коням. Да вообще плохо. Во-первых, должны были хотя бы ДПСники или кого-либо стоять, чтобы вот так вот элементарно. Или вот те вон должны дорожники ехать, которые сейчас вот только едут. По первому снегу же, а не так, что елки-палки. Волга перекрыла мне, я потормозал, и назад меня волокло. Вот видите результат. И хозяина этого Мерседеса нету, и никуда не уедешь. А я груженный стою, мне ехать надо. Ни знаков, ни дорожников ДПС, никого не было. Просто ехали, снег идет, и все. Съехали в кювет, уже в меня въехала одна машина, вот в ребят там уже въехала машина. Просто хова, большой КамАЗ въехал в Мерседеса. Что еще сказать? Ничего не подготовлено к этому. Все равно, наверное, знали то, что гидромедцентр, что будут осадки. Никак не подготовились, ничего не сделали. И до сих пор, то есть, дорогу не перекрыли, машины так и едут. То есть, нет, ну, дорогу не перекрыли, машины так и поднимаются. То есть, каждая вторая машина съезжает в кювет. В мэрии Читы с претензиями горожан не спорят. Объясняют, износ дорожной техники составляет практически 100%, поэтому и быстро реагировать не получается. 2000 тонн песка, 20 тонн соли и 18 тонн рассола. Именно такие средства будут применяться при обработке скользких дорог сейчас и вплоть до самого Нового года. Это заявил сити-менеджер Читы Олег Кузнецов.